В числе первых наша область лидирует по количеству желающих стать волонтерами на Олимпиаде в Сочи. На втором месте среди регионов Сибири – Омская область. Больше всего заявок в оргкомитет Олимпиады на сегодня поступило от жителей Краснодарского края. Следом идет Москва и Московская область. Чаще всего заявки присылают молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет. Организаторы набирают волонтеров самых разных специализаций, в том числе и тех, кто будет помогать национальным олимпийским и параолимпийским комитетам. Главное требование – свободное владение иностранным языком.